Привет, с вами я, Роман Горелик, и проект «Науки дизайна». Отгадай загадку. Зимой и летом с одним макетом. Правильно. Дизайнер, который живет как в дне сурка. Сам хороший макет придумать не может, а копировать грамотно еще не получается. Вот и ваяет все как под копирку. А все почему? Потому что не прошел наш курс по композиции сеткам. Почти год назад мы запустили одноименный интенсив, провели 4 потока и выпустили 200 грамотных специалистов с крутыми кейсами из разных точек планеты. И с тех пор каждый день нам в поддержку пишут с вопросом, когда будет новый поток по композиции и сеткам. За это время эта тема стала очень популярной и желанной. Мы улучшали каждый поток и добавляли что-то новое, чтобы знания были еще актуальнее и воспринимались как можно быстрее. Но на протяжении всех потоков висела одна проблема, которая не решалась интенсивной работой. Это как уместить все эти узконаправленные знания в реальные проекты и как доносить теперь эти знания до заказчика. Поэтому было принято решение сделать из интенсива полноценный курс с более умеренным темпом работы и большим количеством практики над интересными проектами. Из 2 недель интенсива мы делаем 5 недель нового курса, в котором мы будем плавно входить в темпы современной типографики, композиции и построения сеток. А самое главное, на 3-й неделе мы начнем делать большой проект на заготовленную тему для каждого студента. Это будет дизайн многостраничного сайта с адаптивной версией. По пути к этой работе вы сделаете 8 концептов главного экрана, 2 посадочные страницы и 1 многостраничный сайт. Это отличная возможность быстро пополнить свое портфолио достойными и современными работами. Ведь как мы знаем, что у нас в портфолио, то у нас и заказывают. Если вы хотите сменить или улучшить качество заказов, то это идеальное решение. Расскажу, как все будет проходить. Первым занятием будет введение в типографику, где вам сразу будет предложено выполнить первое задание. Оно будет несложное, чтобы вы могли спокойно адаптироваться к учебе. При выполнении задания вам в ответ будет выслан видеообзор вашей домашней работы от куратора. Далее, если будут какие-то правки, вы можете их внести, и куратор пришлет новый обзор. И так мы будем двигаться от занятия к занятию. По поводу кураторов. Это опытные дизайнеры с отличным вкусом, но это не самое главное. А главное то, что наши кураторы, так же как и я, имеют педагогический талант. И независимо от вашего уровня, вы не будете никогда чувствовать себя глупо или лишним в этой тусовке. Мы относимся ко всем абсолютно одинаково и стремимся поддержать и помочь каждому. Нашего опыта преподавания хватит, чтобы научить как новичков, так и профи. К слову, один из кураторов из Беларуси, и вы точно будете окутаны заботой и любовью с его стороны. На курсе будет чат, где можно будет задавать вопросы, и я там тоже буду. Что в итоге? В итоге у нас 5 недель обучения, как минимум 4 кейса на Behance и несметное количество шотов в Instagram и Dribbble. Несколько живых созвонов в Zoom, на протяжении курса лично со мной. Буду отвечать на все возможные вопросы и разбирать личные ситуации. Ну и, конечно же, новое видение визуализации идей. А еще это возможность поднять свой чек и скорость выполнения ваших задач. Мы смотрим на дизайн как на науку, а не как на творческие потуги. Больше не нужно будет страдать, что самому не получается сделать хороший дизайн. А если копируешь чужое, то получается какой-то Франкенштейн, да и на душе кошки скребут, что это не твое творение. После курса ты сможешь, исходя из задачи и контента, самостоятельно собирать интересные композиционные решения. Правильно работать с типографикой и не страдать от выбора шрифта и подбора пропорций в заголовках и тексте. Ты раз и навсегда разберешься с сетками, и ни один верстальщик тебе не задурит голову. Что по цене? Мы сохранили фишку с интенсива, что с каждым 5-м новым участником мы поднимаем цену на 500 рублей. Так что стоит поторопиться. Кстати, рассрочка тоже будет. Подробности о ней ищи в самом низу на сайте курса. Ну и со мной тоже можно будет учиться лично в VIP-формате. Под крылышко смогу взять всего 10 человек и окружить максимальной заботой и вниманием. Также помогу оформить кейсы в конце курса. На этом, собственно, все. Увидимся на курсе. Будьте осознанными. Пока!